Я тоже и ждал этот дебюта. Но хотели, конечно, еще удачный был, но играли ничью. Первый тайм нормально играли, второй тайм немножко давление было на, через Амкара. Ну, в конце мы один гол пустили, конечно, нам не хотелось бы, но постараемся в следующей игре лучше играть. Руслан, какой вопрос? Как сам оцениваешь свой дебют, первую игру в основной составе? Ну, я, конечно, хотел бы лучше был дебют, но и хотел бы дома играть. Ну, получился известно на выезде, и я сам не хочу анализировать, как и у меня получил. У нас есть тренера, они будут анализировать. Ну, хотел бы лучше, ну, не буду сам анализировать. Спасибо.